О боже, Джимейн, ты в порядке? Да. Тебя отпустили? Копы обыскивали тебя голым? Нет. Они что-нибудь нашли? Никто меня не обыскивал. Мне показалось, ты сказал да. Нет. А твои сокамерники не пытались тебя изнасиловать? Нет, нет, нет. Хорошо, если бы меня посадили, и со мной в камере оказался такой красавчик, как ты, я бы подождала, пока выключат свет и... Слушай, мне пора. Теперь ты уголовник. С тобой опасно. Ты на все способен. Его придержали в кутузке всего 2 дня. Брэд, я знаю, что ты сделал. В тюрьме ты стал таким сексуальным. Теперь ты опасен. Что бы ты со мной сделал? Давай, сделай это. Пока, ребята. Давай, Брэд, беги, убегай. Бонни и Клайд грабили вместе банки, а потом занимались сексом. Знаешь, мне надо идти. Мы с Брэдом спешим на собрание. Ладно, все же подумай.